заходит. Опа, погоди, погоди. Давай, вправь свою. Оп. И сразу смотай. Все. Теперь у меня. Вот мне такую же раму делают по кухне. Да? Для тандема такая самая то. Оп. Анатолий, а можно попросить той эту самую? Стульчик. Стульчик. В смысле поставить на мне? Ага. Вот это? Ну. В смысле, вот это? Ага, одеться. Ага. Я помогу тебе. Давай. Ой, держи, держи, держи. Это способно, конечно. Ну, по крайней мере, не надо. На краешек. Сколько он весит? Больше, чем ты. Верно. Тридцатник, да, где-то так? Ну, да. Этот где-то 25-26. Вот какой Анатолий тебе надо мотор? Да, Лен. Да. Он легенький. Мне? Да. Он, девчата летает. Тут больше 30. Можешь одеть, побегать, хочешь? Давай, заведу. Пофоткаем. А что, он легкий, он не тяжелый. Не. Давай, не, тебя пофоткаем. Не летать, просто оденешь, просто напустишься, просто побегаешь. Побегать, конечно. Пофотографируешься. Да, конечно. Мамочка, так, что правильно сделали? А, только у меня походу поролонка длинная очень. Не дает спинке подняться, блядь. Много сделал. Видишь, я там поролон положил. Оденем? Ага. Может взять обрезать его? 17 килограмм. Не, нормально. Вот, нет, видишь, он не дает сидушки. Съехать? Подняться вверх на старте. Да и это и нормально. А то нет. Стабильно сядешь. Дай бог. Что? Говоришь?